Я Асмик Блиян, и я из Грузии. С детских лет увлекаюсь творчеством. Окончила несколько арт-школ, пробовала себя в разных направлениях изобразительного искусства. В жанре живописи работаю в основном маслом, акрилом, пастелью и часто использую смешанную технику. Еще меня увлекают эксперименты в digital art, когда с помощью программы Procreate могу делать наброски будущих картин. Есть в моем багаже и участие в некоторых художественных конкурсах, например, Luxembourg Art Prize. И Arthur International Magazine выбрал как одну из победительниц конкурса RT Emerald Awards. И, конечно же, Golden Time Talent, где заняла первое место в своей категории и получила приглашение на участие в Grand Final Part 3. Должна признаться, я страстный поклонник качественного кино. Это отражается в моих работах, где часто объединяю два моих любимых вида искусства – кинематографию и живопись. В последнее время меня увлекло создание постеров к фильмам. В них я стараюсь через свое восприятие передать замысел режиссера. Пользуясь представленной возможностью, хочу представить сегодня вам свою работу, вдохновленную мини-сериалом «Deepwater», где играет одна из моих любимых британских актрис Анна Фрил. Это холст размером 80 на 100. Картина выполнена в смешанной технике – масло и пастель. По сути, это застывший кадр из фильма, который через свое восприятие сюжета я старалась передать состояние героини. Здесь я использую технику с эффектом кинопленки, при том, что задний план затемнен и размыт, свеча – единственный источник света. Ее причудливые отблески на лице женщины только подчеркивают переживаемое страдание. Грусть, сожаление, обида – эти эмоции я хотела, чтобы увидел зритель. Хотела бы поблагодарить всех организаторов этого замечательного проекта, позволившего раскрыться большему количеству творческих личностей, и желаю успехов всем участникам.